Несмотря на то, что камерунские козы прекрасно адаптируются к любой местности, их не рекомендуется разводить в болотистых и приполярных регионах. Их содержание не требует существенных затрат. Камерунская коза непривередлива в еде. Ее можно кормить свежей травой, зерном, овощными культурами и яблоками. Не откажутся они и от специализированных кормов. В случае необходимости могут сбираться на деревья за листьями и веточками. В помещении, где содержатся мини-козы, должно быть чисто и сухо. Пол рекомендуется устилать соломой.